В округе прошел турнир среди ветеранских футбольных команд, посвященный памяти Сергея Епифанова. 26-й раз спортсмены встречаются на поле стадиона «Электрон», чтобы почтить память своего коллеги. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Командир «Уразай» наш? Да! Командир «Торпед» наш? Привет! За призовые места состязались команды из городских округов Люберцы и Дзержинский. Для одних футбол – это образ жизни. Другие выходят на поле, чтобы укрепить и сохранить здоровье. В матче участвуют друзья и знакомые Сергея Епифанова. Сергей Михайлович, мы из детских команд вместе играли здесь, в Красково, в юношеских командах, в командах мальчиков, во взрослой команде, а потом и в команде ветеранов. В одном из последних турниров Сергей получил травму, которая была несовместима с жизнью. Сергей был выдающимся футболистом. Он был вообще лучшим нападающим в Люберецком районе. Турнир открыли «Торпедо» Люберцы и сборная Краскова-Томилина. Со счетом 2-0 люберчане одержали победу. Игорь Усаченко на последних минутах встречи принес люберецкой команде победный гол. Футбол здесь да отнюдь не мальчишеский, не дворовый. Хороший накал, споры те же самые. И слезы даже после побед, после тяжелых побед, после того, как много сил оставлено. А проигрывать не хочется, тем более, что сегодня турнир посвящен Кубок Епифановой. Вот, и поэтому мы, конечно, стремимся тоже вспомнить, как они играли. Мы помним, как они играли. Вот, сохранить тот же задор, забить мячи. Не только люберецкие команды у нас играют там. Люберцы, Краскова, Томилина, Дзержинка, Лыткарина. У нас еще приезжали сербы, боснийцы были. Также к нам еще приезжают ребята из других городов. Калуга, Вязьма, вот брянские ребята. Турнир очень значимый. И самое главное, что мы, несмотря на возраст, собираемся. Всем игрокам 60+, но они молоды душой и сердцем. В финал вышли люберецкая «Торпедо» и сборная команды из Октябрьского и Дзержинского. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.